Меня зовут Дэвид Эриксон из Швеции. Я рад быть впервые в России. Я представляю команду мира. Сегодня я попытаюсь вас развеселить. Мое творчество тесно связано с эксцентричным жанром клоунады. Посмотрите, как я выгляжу. Я весь в татуировках и произвожу пугающие впечатления. Если присмотреться внимательнее, то на моих пальцах тоже татуировки, но написано «пинг-понг». Это обезоруживает. Конечно, первое впечатление от меня, будто я не в себе. Но самое главное — это моя энергетика. Приготовьтесь быть пораженными наповал.